Сережка, да что ж ты на себя понарил? Причем? Мне не тяжело. Да вот эту гадость-то зачем, господи? Давай помогу. Сама. Ну чего ты? Ой, кошку не взяли. А зачем кошка-то? Зачем? Известно зачем. Комнату обжить надо? А мы мать Сережку вперед пошлем. Вместо кошки. Двигай, Сергей! Тихонечко, Сережа. Катя! Катя, ну куда ты пошла? Кухня. Сережка, ведь это газ. На наш дом. Я вижу. Мой мама не стреляется! Боже мой! Еще не хватало, чтобы мы попали в хулиганский двор. Мам, чего помогать? О, Сергей, а ну-ка давай портрет. На. Пап, стучат. Ой, за стенкой. Держите. Давайте. Держу. Держу, держу. Не надо, не надо, не надо. Я сама. Ну как, сама, сама. 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 Держи. Вот так хорошо, Серафима. Теперь эту. Вы мне больше не нужны, Ксения Николаевна, я сама. А вы мойте руки и обедайте. У нас сегодня еще репетиции. Идите, 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 идите. Иди. Ну, пап, ногу же оторвешь! А толку мне
Вот пока новые жильцы не приедут, вот до тех пор и будешь сидеть. Так я пойду, отец. Как хочешь. Иди. Шофер, который нас перевозил. Заходите, пожалуйста, заходите. Добрый день. Здравствуйте. Извините, вот. Ой, ой, спасибо, что вспомнили. Только даже сами как звать не сказали. Меня-то Николай. Я иду, а он ищет кого-то, оглядывается. Ну, я вспомнил, вы насчет кошки расстраивались. И вообще, дай, думаю, зайду посмотреть, как устроились на новом месте. Садитесь. Да нет, спасибо, я постою. Одень пиджак. Только и скоро прощаюсь. На легковушку переводят. Рыжий, хороший. Ты кто? Да так, отсиживал здесь. Ну, иди на волю. Здравствуйте. Здравствуйте. Соседи мы. Так я пришла познакомиться. А вы заходите, заходите. Каширин. Дмитрий Федорович. А я буду Клавдия Кондратьевна Давыдова. Очень приятно. А где же ваши вещички-то? А вот все тут. Все? Все. Я геолог. Тогда я вам раскладушку дам. У меня есть. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот это моя... Ты уверен, что твоя? Уверен. О, смотри. Дворец. Дворец. Большое спасибо. Значит, ты наш сосед, Давыдов. Ага, Сергей. Сергей. А где эти повесить, плащ? А его некуда повесить. А на гвоздь? А и гвоздя нет. Сейчас выдам. Ну, большое спасибо. А ну-ка, иди сюда. Держи, Сергей Давыдов. А что это? А это лучистый колчедан, минерал такой. А где вы его нашли? На берегу Волги. У него работа такая. Ходит по всей земле и камни ищет. Ну да. Да, такая работа. Вот ты знаешь, из чего делают гвозди? Из чего? Из железа. Правильно. А железо кто находит?
Геологи. Вот найдет геолог на Земле такую штучку и скажет себе, ага, где-то поблизости железо. Интересно? Интересно. То-то. Но чтобы быть геологом, знаешь, что нужно? Знаю. Скоро тебе нужно хорошо учиться. Смотри, какой гагадливый Леночка. Но кроме этого, надо еще уметь рано вставать, когда все спят, когда холодно и вставать не хочется. Чистить зубы. Хорошенько чистить зубы и отправляться в дорогу. Сережа, иди-ка сейчас, извините, пожалуйста. Иди умойся, ну как же ты ходишь к людям грязным. До свидания. Извините, пожалуйста. Вот, да на твою гадость. Это не гадость, это лучистый колчедан. А ну-ка, Сергей, иди сюда. Как? Да ну чего ты? Становись. Да подожди, ты не крутишь. Ну ты можешь не крутить головой? Могу. Ну и стой. Сходи. Сережа, 1935 год. 1941 год. Ты что, Сережка, маленький, что ли? Ну, погоди, отметить надо? Дрянь свою опять тут разложили. На салфетку тоже. Это минералы, дрянь. Вся эта дрянь Дмитрий Федорович всю жизнь занимается. Дрянь. А чего хорошего? Никогда дома не бывает. А это не обязательно. Ну вот я вернусь и больше никуда не поеду. И я обещаю тебе, слышишь? Обещаю, что ничего там со мной не случится. А мне не тебя, мне себя жалко. Понимаешь? С трудом. Пошли. До свидания, Давыдовы. До свидания. Дмитрий Федорович, я провожу вас, ладно? Держи. А где мать? Во дворе, мама. Ну, счастливо, Катюш. Спасибо большое. Что, опять уезжаешь? Опять? Ну, давай подкину. Да нет, не надо. Корми хозяина. Пошли. Откуда это? Папа же сделал. Ну, кормить-то будешь? Колюшка, возьми сам на кухне. Ты что? Умру я. Ну, опять 25. Сам бы попробовал так. Не начинается никак. Ну, так это не сразу. Ну, Лида. Я скоро приеду. Чемодан-то! А? До свидания! До свидания, Серега! До свидания, Дмитрий Федорович! Ну вот и еще раз проводили. И надолго теперь? Не знаю, может на месяц, а может на полтора. Здорово все-таки! Пески, каракум, оазис! Интересно так жить, правда? Ну это кому как. У Катьки начинается. Может, тебя понести? Мама! Что, уже, да? Ага. На-ка. Разрешите, гражданин? Ничего, ничего, ничего. Не волнуйся, мамаша. Ничего, иди. Сюда, сюда, пожалуйста. Ой, мама! Ничего, иди, а может, еще раз сосется все? Мама, ну чего он смешит меня? Да ладно тебе. Колюшка, ты с ней поезжай. Езжай, езжай. Я же муж. Поезжайте, муж. Катя, Катя, обязательно с Колей записочку пришли. Обязательно. Ах, как хорошо.
А вы чего, Людочка, отстаете? Пора бы своего заводить. Все об утешении. Успею. Да как знать. Можно ведь и опоздать. Галя, Галочка, вот так ты опоздаешь на урок. Иду. Здравствуй. Привет. Да чего не хочется один на музыку идти? А ты не ходи. Ну да. Музыка для актрис почти самая важная. Ну какая из тебя актриса, ты же вот. Да? Да. Если хочешь знать, люди до 25 лет растут. Может быть. Интересно, кто у нас родится? Мальчик или девочка? Все, девочка. Был там. Ну? 4 килограмма. 150 грамм. Хорошо. Много, мало. Больше нормы. Господи, тебя откуда знать? Нет. Иди, Колечка. Иди, милый, садись. Садись, где тебе есть надо. Ну, видел? Ну, Колечка, нет, вот, да все няньки такие. Ну? Здравствуй, сестричка. Простите. Простите, мне к Давыдовым нужно. К Давыдовым туда. Простите, пожалуйста. Ничего, ничего. Чего ты? Тройня! Тройня родилась! Тройня, тройня! Ну-ну. Сережка. Я. Здорово, брат. Здорово. О, герой, здоровый. А это Каткин муж. Николай. Николай. Константин. А Катя-то у нас родила сегодня. Да что вы. 4 килограмма, 150 грамм. Это много или мало? Выше нормы. Ох, богатырь, а? Да нет, девочка. А все равно богатырь. Молодец, Катька. А я что, рыжий? Что же, племянницу надо отметить, а? Конечно. Я как в воду глядел. Дай-ка сюда. Дай сюда. Обождете. Мало. Раздевайся. Без изменений. Ну вот. Клади там, я уберу. Пойдем. Да нет. Простите. Здравствуйте. Лидочка, познакомься, это мой старшенький. Да мы уж познакомились. Мойся, мойся, детки, свои. А вы, Лидочка, тоже бросайте все и приходите к нам праздновать. Спасибо. А как назвали внучку? Все-таки Маечкой. Ну, Маечка хорошее имя. Ой, Господи, какой черт на отца похож. На маечку. Ну, закусывайте. Пап, а? Давай. Узеру. За Маю Николаевну. Ну, чего это так налезло? Ну, что ж ты налил? А теперь за Катюшу. За Катюшу. О, мне больше не надо. За Катю? Нет, нет. За нашу Катю. И... За бабку. И за детку. Лида! Я буду совсем пьяная. Да ты не пей. Не пей. Кость. Да. По диким степям Забайкалья, где золото рою гора, бродяга с
судьбу проклиная, тащится с умой на плечах. Бродяга, судьбу проклиная, тащится с умой на плечах. Что, Сереженька? Лидия. Ну? Давайте выпьем за Дмитрия Федоровича, а? Спасибо, Сережа. Это мой муж. Жаль, что его нет, а то бы он тоже выпил за мальчика. Иди тебе спать, пора. Спасибо, Клавдия Кондратьевна, я пойду. Уже уходите? Да, мне рано вставать. Всего доброго. Спокойной ночи. До свидания. Спокойной ночи. Сережа, а? Тащи сыночка раскладушку. Сейчас, мам. Курил, не продохнешь, милый. Ладно, мать, в коридоре покурим. Ма, куда? Не помешаю? Нет. Ничего, что я с папиросой? Ничего, пожалуйста. Садитесь. Ничего, ничего, не беспокойтесь. Вообще в отпуск приехали? Да, двухмесячный. Собираюсь съездить к морю, в Сочи, в санаторий РКК. Еще ни разу не отдыхал в санатории, очень интересно. Но пока побуду здесь недельки-две со стариками. Ма, чё? Где Костя-то? Покурит, придет, ложись. Ну, а в Москве у меня никого. Мама с младшим братишкой живут в Старом Осколе, возле Курска. А я, как приехала в Москву, сразу поступила в медицинский. Зачем вы так много курите? Простите. Не буду. Ну-ну. Поступили в медицинский. Ну, разве интересно? Интересно. Ну, училась. На втором курсе очень много болела. Стало трудно, ну и бросила. Вот занялась художественной росписью ткани. Нравится? Очень. А это? Нравится. А мне совсем не нравится. А нет, почему? Я в детстве очень любила рисовать. Мечтала стать художницей. Настоящей. О, как у вас много книг. Радиоактивный метод. Определение абсолютного возраста минералов. Это не мои книги.
Доброе утро. Жена другого человека. А я люблю ее. Ясно? Неважно. У тебя есть путевка в Сочи? Вот и поезжай. Здравствуй. Ты что здесь стоишь? Да у нас физик заболел. Я хотел тебя спросить. Ну, спрашивай. Вот, допустим, ты была бы взрослая женщина, и у тебя был бы муж, который бы тебя очень любил. Ну, не тебя, а женщин. А почему не меня? Ну, я серьезно. Ладно, ладно, не буду. Ну, вот. Он бы тебя любил, а потом на время уехал. А за тобой бы стал ухаживать другой человек. Мужчина, в общем. Как бы ты поступила? Не знаю. Алло, ну как не знаешь? Извини меня, Сережа. Я спешу к Ксении Николаевне. К артистке? Ага. А ты знаешь, что такое актриса? У нее несчастная любовь на сцене. Люди льют о ней слезы. Она приходит домой и садится ужинать. Она умирает совсем по-настоящему. И тут же встает и раскланивается на аплодисменты. Какая, кажется, безопасная профессия. Но ведь каждая роль – это кусочек собственного сердца. Это трудная профессия. И совсем уж не такая безопасная. Ну, я-то до этого ничего не знала. Мне еще 16 лет не было. И вы уже играли? Да. А мне столько еще учиться и учиться, пока я... Как медленно идет время. Как быстро идет время. Не торопись, девочка. Читай. А что читать? Ну, что хочешь, стихотворение, монолог. Нет. Читай. Не образумлюсь, виноват, и слушаю, не понимаю. Как будто все еще мне объяснить хотят, растерян. Мыслями чего-то ожидаю, слепец. И в ком искал награду всех трудов. Спешил, летел, дрожал. Постой, постой, постой. Я знаю, вы будете удивляться, почему я вдруг монолог Чацкого читаю. Да не то плохо, что Чацкого, а то, что напыщено. Но ведь это же нельзя читать обычно. У него такие чувства. Такие чувства? А ты знаешь, что мне пришло в голову? Что? Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птиц. Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Так бы, кажется, разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нечто теперь? Попробуйте, Ксения Николаевна. Это тоже монолог. А ты поверила? Лида. Лида.
Здравствуйте, Дмитрий Федорович. Приятно. Здравствуйте, Павел Кондратьевна, спасибо. Вы не знаете, куда вы вышли? Ну, проходите к нам. Спасибо. Да вот же она, Дмитрий Федорович. Лида. Лидушка, а я стучал, стучал. Спала. Ну что ты, Лида? Ну, ну успокойся. Ну я же приехал. И никуда теперь не поеду. Ну долго не поеду, Лид. Ну. Дмитрий Федорович, познакомьтесь, это мой старший. А, очень приятно, Каширин. Давыдов. Красавица моя. Что, некрасивая? Нормальная. Да дайте покой-то ребенку. Курит человек, и все. Господи, я уже ему и так люблю, и люблю. И, Паша, поговори с ним серьезно. Ты поговори с ним как отец и прикажи ему. Да сердцу Клаши не прикажешь. Ну, как это так не прикажешь, когда у нее муж есть? Ладно, приедет с курорта, поговорим. А теперь давай свет гасить. Спать. А ее не обижай. Молодая еще. Я молодая была, такое делала? Ну, не делал, ну, не делал, ну, не спи. Я ее бесстыжую теперь видеть не могу. Большая, большая. Пойди к себе. Ну, это зачем? Зачем? Мне так нравится. В общем, поздравляю тебя. Вот тебе книга. А это музыкой заниматься. Спасибо. Пожалуйста. Кто там, Галочка? Я думала, гость, а это Сережка. Галя. Дон Кихот, как приятно. Сережа, заходите. Серёжа! Ушел. Ну, пойди, догони его. Мам, я не девчонка, чтобы за ним бегать. Вадим. Галочка. Ну, вот гость сам решил вернуться. Слава Богу. Еще один Дон Кихот. Игорь. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Проходите, Игорь, проходите. Я открыл. Это, наверное, Лидочка с супругом. Мы же обещали, люди ждут. Ну, я готова. Ну, одевай туфли. У тебя что, на работе что-нибудь случилось? Не забудь взять духи. А может, мы Галке книгу еще подарим, а? Подари. Структурную геологию. Ей очень понравится. Ну что ты, Лида? Мить, ну... не надо. Ну я сейчас заплачу. Мить, не надо. Ну хорошо, пойдем.
так мы, геологи, и ходим по земле. Ну, а скажите, а вот бывает у геологов так, что их подстерегает, ну, какая-нибудь смертельная опасность? Бывает. Ой, девочки, прелесть какая! Да так. Сейчас буду. Внимание! Снимаю. Только одну именинницу. Хорошо. Чуть-чуть направо. Хорошо. Улыбка. Хорошо. Снимаю. Садитесь, Ксения Николаевна, хоть ненадолго. Не могу, дружок. За 40 лет ни разу на спектакль не опоздала. А сегодня прощальный. Неужели вы больше никогда-никогда не будете играть? Ну иди, ступай. Тебя ждут. Желаю тебе счастья. Читать. Я остановлюсь. Почему? Упражнение под дикцией. А кому не интересно, могут выйти в коридор. Девочка просто бредит сцену. Ну. Приветствую вас. 7 лет не сойдёшь? Не пропадёте, да. Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так, кажется, разбежалась, подняла руки и полетела. Ну, дальше, дальше, Галочка. Все слушают? Просим, просим, просим. Можешь дедать свою рыбу. Сережа, Сереж. Чего? Ты прости меня, пожалуйста. За что простить-то? За все. Ты знаешь, я, наверное, все-таки бездарная. Я читаю, а они жуют. У вас были? Ага. Он не мог жевать, когда ты читал. А я про него не говорю.
Ты не спишь? Как она ему ответила, Галка-то? Можешь доедать свою рыбу. Жалко, Сережки не было. А что, если они опять поругались? Эти дети сами разберутся. Ругаться им или целоваться. Лидушка, ну ты же была на вечере самая веселая. А я тут, понимаешь, письмо получил от ребят. Просит приехать. Ну да, вранье, Лида. Но я в третий раз проверил чертежи. Ну, должен быть там этот проклятый лучистый колчедан. Лидушка. Поезжай. Нет, ты не так скажи, ты как-нибудь иначе. Да там и работа-то всего на 2-3 месяца. Работа. Я уже привыкла к тому, что на первом месте у тебя работа. Но если бы я еще была на втором, но на втором у тебя тоже работа. И на третьем работа, и на пятом, и на седьмом, и на десятом. А я... жить. Я вот шкаф покупала. Хотела, чтобы в комнате было уютней. А зачем мне это зеркало? Смотреть, как старею? Я к маме уеду, старая скоба. Ну и уезжай. Я уеду. Уезжай. Митя, а ты все равно не поймешь. Я даже ребенка не позволяла себе иметь. Все хотела, чтобы мы с тобой хоть немного пожили для себя. Ведь жизнь-то одна, Митя. Да. Одна. В том-то и дело, что одна. Подругой мы счастье найдем. Может быть, вот на этой окраине, возле дома, в котором живем. Страшны мне ничуть расстояния, но куда ни привел бы нас путь. Ты про первое в жизни свидание и про первый рассвет не забудь. Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей, ты сама догадайся.
по голосу семиструнной гитары моей. Одно горе. Какое горе? С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии война атаковали наши пограничные части. Ох. На фронте от Балтийского до Черного морей и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит большими потерями. Знаю, знаю, Сережа, знаю. Только на... Вот чемодан не мог найти. А вы прямо сейчас в военкомат? Ну, а чего же ждать? ...достичь незначительных тактических успехов. А я вчера последний экзамен сдавал. Литературу. Дали три темы. Образ Печорина. Новые люди по роману Чернышевского. Что делать? Еще одну. Не по произведениям, а так. От себя. Ваш любимый герой. Я решил, напишу про вас. Потому что для меня герой — это человек, который... В общем, который не ждет, пока его позовут, а сам идет по всей земле. И где он идет, там может быть выстроить завод или целый город. А он раньше всех, первый идет, ищет руду, бокситы, нефть. Не для себя, а для других. Ну, не написал, конечно. Но там ведь все Печорин и Онегин. Раз поймут. Да. Это очень важно, чтобы тебя поняли. Значит, чемодана нет. Верховного Совета.
СССР о мобилизации военнообязанных. На основании статьи 49 пункта Л Конституции СССР Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на территории военных округов Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволжского, Северокавказского и Закавказского. Мобилизации подлежат военно обязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно. Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года. Председатель... Я хотела Верховного Совета... чистку отдать. Ты уходишь? Да. Сейчас? Да. А как же твой лучистый Колчедан? Твоя работа? Ты говорил, что хочешь сам его найти. Работа, работа, работа. Митя, ты прочел записку? Какую записку? Я здесь оставила, на столе. Митя, ты ничего не читал. Хорошо. Навешали. Велосипед чей-то. Да, тут много всего. Осторожно. Ой, что это там нашел? Глобус. Поломали. Здесь где-нибудь наш лагерь был. Чё-то тихо сегодня. А, как в лесу. Там тоже темно и тихо. Ты в эвакуацию-то едешь? Мама говорит, надо, а я не хочу. Кажется, начинается. Мне теперь всегда бери с собой.
Попали! Вон, смотри! Вон, видишь? Вон! Смотри, ведут! Ведут, смотри! Ложись, ложись! Защиту стал ходить, так разве его найдешь? Ты, мать, не прижимай его тут. Пусть побегает. Молодой еще. Ну, кажется, все. Катю с Маечкой отправишь, адрес сообщишь. Так ты свой-то пришли. Так это я как только прибуду, сообщу. В цех за деньгами сходим, Катя перешлешь. А цветы холодной водой не поливай. Корни загниют. Но сначала октября поменьше поливай. Так в октябре ты сам поливать будешь. Вот и я так думаю, Клаша. Ну, а теперь прости. Может, что и не так делал. Ну. Позови Катерину. Сергей скажет, чтобы на сборный пункт пришел. Я там буду. Ну? А во двор со мной не выходите. Ну вот, еще скажешь тоже. Не надо, не выходите. Так, товарищи, машина пришла. Сидишь? Прекрасно. Вот что, Галина, я говорю тебе в последний раз. Если ты сию же минуту не оденешься и не поедешь с нами, я наложу на себя руки. Запомни это раз и навсегда. У тебя все, да? Все, да. Пошли. Знаешь, Вадим, воспитание, а где руки? Осторожно. Ты уж осторожнее, не простуди ее, смотри, в дороге не прикармливай ничем. Пожалуйста, Катюша, пусть это будет у вас. Галочка! Галина! Елена Петровна. Да? Я вас очень прошу, вы уж приглядите за Катей, а то ей трудно одной сказать. Конечно, Лидочка, конечно. Пожалуйста. Я только не понимаю, почему вы-то не едете? Вы же не пилот, не танкист, я не понимаю. Я ведь в госпитале работаю. Ну да, конечно. Можно ехать, Лёля, все. Просто голова кругом идет. Галя! Галина! Галя! Ну, Галочка, ну, девочка моя, ну как же можно? Ну, где волнуйтесь? Прощайся с Клавдией Кондратьевной и к папе иди туда. Иди к папе. А Сережи нет? Просто не знаю, куда он делся. И не милая.
Иди. Ехать вам пора, иди. Не плачь. Не плачь. Чего звонить, бестолку? Эвакуировались они. Как? Как все. Обыкновенно. И любовь твоя эвакуировалась. Тогда вот это пусть пока у вас сохранится. Хорошо? Хорошо. А что это? Камни. Вот это лучистый колчедан? Не, вот. Да вы не волнуйтесь. Вы же знаете, как оттуда письма долго идут. Я знаю, Сережа. Ладно, пошел. Надо? А как же, наголо. Дядь, а там паспорт спрашивают? У кого спрашивают, кому по шее дают. Слушай, сейчас идем, в случае документы спросят, дома оставили. Не пущу, не пущу. Отец что пишет? Смотри за матерью, а ты... Ватник и сапоги верни. Я сама верну. Я пойду и скажу, что все ушли. Зачем же последнего? Мама. Я все дам тебе, ничего не дам. Мне сыночек, зачем же совсем убить меня хочешь? Мама, я тебя очень люблю. И не просто люблю, а уважаю. А если не отпустишь, сам уйду. Thank you.
от Сереженьки, от младшего моего. Ну, тогда до свидания. Чего-чего? Да нет, я говорю, я пойду, а то ведь знаете, как бывает. Прочтут письмо, а потом скорую помощь звать надо. Нет. Письма всякие бывают. Я так, несерьезно. Ма, садись. Спасибо. Накормить нечего. Ой, мам. Сало. Так. Еще. Еще. Суп, пюре, горох. Что ж тебе отпуск так ненадолго дали? Да хорошо, на двое суток отпустили. Ма, а от Гали ничего не слышно? Да здесь она заходила ко мне. Ты только не обижайся, я быстро. Thank you.
что ты? Ну что ты, Галя? Не надо, слышишь, Галочка? Ну. Пойдем в комнату. Угу. Пойдем. Да что ты? Галка. У меня даже дров нет. Замерзла. Немножко. Стриженый. Немножко. Да что мы с тобой в темноте сидим? Галя, что с тобой, Галя, слышишь? Галя. Сереж, уже прошло. Сейчас пройдет. Может, ты голодна? Галя, может, ты голодная? Может быть. Я сейчас. Ну вот, сыночек, давай есть. Мама, она голодная. Сидишь? Уже все прошло. Ну да, вся зеленая. На, лечись. Хлеб, сало, ешь. Спасибо. А это тебе, самаркандская. Курага. Югом пахнет. Только ты не смотри на меня так, а то я подавлюсь. Ладно. Я думаю, что это будет очень вкусно. Твоя курага, моя дробленка. Конечно, мне без Серафимы очень тяжело. Но она так боялась бомбежек, что я отпустила ее в деревню. Что ты? Что ты смеешься? Я выгляжу комично. Нет, вот это. А, это называется тельняшка. Мне ее подарили очень хорошие люди. Моряки Северного флота. Вот эту шапочку они тоже подарили. Вот даже масло. Садись, Галочка. Спасибо. И хватит. Теперь ты будешь жить у меня. Фу, какая красивая. Ешь. Ешь. М-м-м, вкусно. Мне полагаются разные дополнительные блага. Мы их разделим пополам. У меня теперь тоже будут блага. Я получу рабочую карточку. Ты что, поступила на завод? Угу. На фабрику, где Сережин папа работал. Трудно. А институт?
ничего. Мы продолжим занятия. Когда? Хоть сейчас. Нет, Ксения Николаевна. Сейчас не могу. Потом, Ксения Николаевна. Потом. Спасибо. Галочка, это все-таки как же это? Просто я никому не говорила, а сама ходила на курсы медсестер. 5 раз в неделю занимались. Ксения Николаевна, я теперь сама гипс накладывать умею, шины. Я теперь знаете какая? А сцена, все наши планы. Потом, Ксения Николаевна, все будет только потом. Нет, как же я... Как же я отпускаю от тебя, девочка? Очень просто. Вот так. Спасибо. Сережа! Отец.
Сережа! Мам! Сережка! Я прошу тебя, Костя, пожалуйста, уйди. Я очень прошу. Ты что хочешь, спроси. Только не это. А я прошу тебя, не приходи ко мне. Даже к двери моей не подходи. С двумя ногами подходил. Ты понимаешь, что ты говоришь? Почему я столько раз должна повторять, что я всегда любила только Митю? Это ты можешь понять? Любила. Вранье. Тогда он еще живой был. А меня ты тогда не любила? Даже если бы он был жив, честное слово, я все равно бы к тебе пришел. Ты же знаешь. Никто мне не нужен, только ты. Уходи. Я буду закрывать дверь всегда. А я буду стучать. Пока не откроешь. Как тебя зовут? Маечка. Маечка. Ух, не смотри, Люси, какой Маечка. Ну, поверни сюда лицом. Ну. Маечка. А? О. Колючий дьявол. Побреемся. Живой, мать. Мама, это мой папа. Нет, маменька, это дядя Сережа. Прогнала его. Ой, Лида, Лида. Любит он тебя. Я знаю. Праздник-то какой сегодня? Ты не обижайся на меня. Я не обижаюсь. Нет, это мой папа. Ну, ты моя хорошая. Я не папа, а дядя твой. Ну-ка, обними меня. Не хочешь. Ма, а в Ленске вернулись? Вернулись, сынок. Ну-ка, подержи. Я сейчас. Ой, мама. Сережа! Не ходи туда! Не ходи! Нету Гали! Убили, да? Отчего люди не летают? Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица. Вот когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. А ты, Митя, может быть, ты бродишь где-то по земле, ищешь свои камни? Да, жизнь одна. Как я это сейчас понимаю? Где же ты, Митя?
Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте. Дома? Дома. Ой! Ой! Коля! Колюшка! Нас же ушли салют смотреть! Ой! Я сейчас за майкой! Лидушка! $1,950. Ну что ты хитришь? Стой как следует. Как? Папа, люди быстро растут. Кто как? Вон, смотри, дядя Сергей, какой вырос. Ну, где твой портфель? Вот там. Так, тетрадки взяла? Взяла. Пенал взяла? Взяла. А точилку взяла? Ну, папка, ну все взяла. Доброе утро. Доброе утро, Костя.